Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и впереди вас ждет необычный формат, несколько серий игр FIFA на четверых. Один из участников моей группы провел вот такой турнир FIFA на четверых, в котором я наконец-то не как организатор, а как обычный участник принимал действо. И этот формат FIFA на четверых — это смесь такая FIFA на шестерых и дуэлей. Она более динамична, чем FIFA на шестерых, и быстрее заканчивается, но при этом есть и место дипломатии. Так что приятного вам просмотра и пишите в комментариях, как вам нравится такой формат. В любом случае, игры будут проходить намного быстрее, чем FIFA на шестерых, и серий будет меньше. Так... Ну, местечко неплохое. Я думаю, что надо вот сюда город ставить. Давайте-ка я просто прыгну. Точняк, еще и Петру, если что, можно. Просто вот видите, такая равнина отсюда. Ну, правда, лошади, скорее всего, вот тут как раз. Неважно. В общем, против Эфиопии. Эфиопии, Сангая и арабов. Это арабы, конечно, самое. Самое неприятное. Пангея, кстати, вот уже море. Может, тут конец карты вообще будет. Ну, как всегда, надо будет два скаута построить, потому что непонятно играть волю, традицию. Лошадки нам нужны. Да, тут уже... О, и чудо. Вот, кстати, под второй город, если что, сразу места. Так, я забыл под... Гетайров. А, лошади нужны, да. С этим могут быть проблемы, потому что я, скорее всего, от лошадей ушел. Есть у меня такое подозрение. О, зашибись, два жителя. Это я очень люблю. Так, и пускай производство будет. Блин, тут такие эти... Забор такой. Вполне может быть даже и в традицию получится поиграть. Потому что, судя по всему, вот тут кто-то за этим забором. Можно даже на море поставить город. Что, у нас араб на море, да? Есть немного, да. Не знаю, думаю, идти сюда воинам, или пускай тут скауты уже бегают, пойду воинам туда, где ходить можно нормально. Слушайте, очень-очень на традицию похоже. Причем я даже, наверное, не побоюсь вот тут город поставить. Я уверен, что вот тут кто-то сейчас за горой будет.
Раз традиция. Ладно, монумент. Блин, или сейчас момент будет. Ага, тут проход есть. Это плохо, это могут продавливать меня волей, если чё. Ну, как я и говорил, вот лошади. Но я, правда, до обоих лошадей достаю, так что норм. Так, вот тут джунгли, это, знаете, похоже на место Сангая обычно. Так, что мне надо? Мне нужен календарь. Дебильная. 50 золотых, неплохо. Видишь, соперники. Ну, как всегда, у греков близко города-государства. Ну, выглядит вот сюда неплохо город поставить, и вот сюда. Пока. Вильнюс еще никто не нашел. Блин, тут так горами все. О, Кох. Кох, где встретились? Не держи в себе, скажи. Возле варваров. Да, я тут трех варваров нашел, возле каких? Привет. На всякий, да. Возле коров, которые. Ага, вот. Ясно. Лебедь, ты далеко отсюда? А, стоп, это Да рядом, Кабул. все мы тут рядом. Я думал, это уже город Ну, араба. вдруг. Тогда норм. Тогда еще норм. Но надо араб. Блин, я думал, тут море. Жаль, что тут не море. Судя по всему, вот тут внизу где-то араб должен быть. Потому что, видите, начинается пустыня. Да, тут прохода нету. К сожалению, не первый по армии. Ну, араб, где тут твой город-то? Так, нужна ли мне религия? Может взять на плюс 4. Конечно, все пока на традицию. Так что, видимо, и пойду в традицию. Потому что фиг знает, где этот тарап на самом деле. Даже если у меня будет давить, тут такая местность, я вам скажу. По-моему, у меня есть Ну, возможность тарап. развиться. Добрался до меня. Эфиоп. Опасно.
Где-то тут должен быть араб. Ставлю тут, наверное, город и возьму плюс 4 пантеона чудес света. Просто не хочется вот за эти горы ставить в эту сторону. Как-то. Пока. Так. Ага, вот он. Ну, неплохо. Коней у него есть, но он далеко. О. Ну, он в волю пошел. Но еще никто не нашел. Но я хочу так вот пройти, посмотреть, какое тут место, куда ставить город. Ну, тут конец моря. Варвары Ханой нагибают. Знаете, проблемка, что у меня не так много мест, куда города ставить. К сожалению, придется, видимо, за горы все-таки ставить. Как тебе мое местечко, Грек? Ну, по-моему, шикарная. Как минимум 6 лошадей есть уже. Это что за шутки такие? Ну, арабы 6 лошадей. Не, ну как? Вообще ему тут расселяться. Араб в волю пошел. Расселяться будет. Сразу скажу. Ну, я у тебя вижу два холма. На ближайшие два города. Не, ну неплохо, не, как для воли неплохое у тебя место. Сетлер. Рабочий, конечно же. Да, слушайте, где ж мне... Да, ну вот тут место нормальное. Но это и все. И это все. Варвары какие-то жестокие. Кох, я надеюсь, ты ж не хочешь этот лагерь захватить, пока я его буду обстреливать лучником, правда ведь? Да, я сейчас выйду. Thank you.
Может, мне тоже отойти? Чё мне? Я этот лагерь заберу, я поставлю город и, ну, то есть, разберусь с лагерем. Тем более еще можно подождать, когда Ханой захочет, чтобы я с ним разобрался. Блин, проблемки, конечно. Так хорошо защищен горами, но вот в этом месте, где я защищен, не так много, где можно города поставить. А постоим. Никуда там от нас. Блин, еще одни варвары. Никуда от нас не денется. Блин, не хочется всю эту местность, конечно, арабу отдавать. Но проблема в... Так. Чуть жителей не лишился. Проблема в том, что... Вот смотрите, тут даже ресурсов роскоши не так много. Так, где тут плюс 4? Надо будет вот тут, наверное, город поставить. Угу. Третий. Ну вот тут плохо, ну блин, ну тут грустный город. А вот здесь нормальненько. Много, кстати, ГГшек. Ну, Коломбу воровать, наверное, нафиг надо. Так, все, тут конец. Пойдем у Квебека попробуем своровать. Ну, пока выглядит так. Тут город. И вот тут примерно город. Ну, как минимум, видите, тут есть ресурс роскоши, есть рыба, камень, олень. И тем более против Сангая на море мне надо города на море. От араба, предположим, я вот защищен. Я не понял, как так... Ну, блин, помеш... Ну, короче. Всякое бывает. Ничего себе. Ну, ты мне помешал там, Кох. Понимаешь, ходишь, лазишь. Не пойми где. И что из-за тебя происходит? Так, давайте. Воина построим. Придется отложить. Блин, я его, к сожалению, не убью. Сюда пойдет. Я даже туда пошел. Хреново. Все это хреново. Придется город второй, видимо, вот тут ставить, а сюда вести третий ставить. Немножко все через жопу будет.
ходить перестали. Да, висим. А, вот пошло. Кто-то отвалился? Ну, у меня со всеми финкурди нормальный. Нет, кто-то... Не, я имею в виду, что там в Дискорде пилит. Кто-то приходил, уходил. Ай, блин. По-дурацки, конечно, отдал. Посело. Ну, блин, вот я поэтому не люблю, когда у меня ходят всякие скауты левые. Так, он еще и рабочего может захватить. Ну нахер. Турок, ты бы подвинулся? А, это не турок, это... А, я? Да-да, вот с этих вот шел. Большое спасибо. Арапа, на что пантеон будешь брать? Пока не решил. Производство вот так сделаем. Сможем даже... А, тут уже варвары в Квебеке куролесят. О, границы Сангая. Что я могу спокойно города на море ставить. Сангай далеко от меня, если что, на море. Ну как, он, конечно, в другую сторону может поплыть. Так, походу, кто-то еще через волю играет. Тот, кто взял счастье от городов на море. Кстати, а Вильнюс не хочет, чтобы... Блин. Вот это плохо, что они меня тут окружают. Ой, блин. Не, я открою сначала бронзворкинг, потом построю копейщиков. Ну, я поставил город вот на самом деле вот прям где этот лагерь стоит. Собственно, я отобью посело, там город и поставлю. Единственное, что, конечно, времени жалко. Быстрее все это мог сделать, если бы так глупо не отдал. Я бы уже поставил тут город. Блин, ну... Подстава началась. Блин, мне еще нужны юниты. Блин, какая хрень. Раунд три. Я еще не первый по армии, я первый по армии. Никто не хочет мне дань дать. Слушай, Кох, убери своего скаута, а? Я тебе войну объявлю. Ты мне уже одну подставу сделал. Убирай скаута вниз. Хватит тут ходить. Налево. Нет, вниз.
Налево горы, ты там налево не пройдешь, ты оказываешься у меня все равно в тылу. Прям ты хоть я не знаю. Вот все, блин, один единственный неверный ход. У меня дуболом проскочил сквозь скаута, а посела уже не дали сквозь скаута провести. Вот, Леша, наслаждайся. Так, ну я убью этого, этот захватит рабочего, я его отобью. Угу. Так, сделаем этот, пускай полечится. И лучник наконец прибежал. Ну, кстати, мне тут висячие сады и Петра будут очень неплохо. Поэтому, мне кажется, имеет смысл выйти в письменность, построить библиотеку, взять сады и идти прямо в Петру. Ну, хотя бы, чтобы она арабу не досталась, как минимум. Чисто из таких соображений, например. Так у меня будет раз, два, три... Четыре холма, один Петрохолм вообще, конечно, Квебек его не выкупит. Предсказуемые варвары. Так, давайте смотреть, что тут у нас. Ну, норм, да, раз, два, три. Вот тут можно город, даже, наверное, вот тут, наверное, стоит поставить. Сюда отойдем. Так, производство, производство, производство. Так что я уже не первый по армии. Араб второй по армии. Кто-то там ходит, дань собирает. Скорее всего, Линдекс. Судя по количеству очков, он уже три города поставил. Ну, тоже в волю. Я смотрю, тут все в волю, походу. Только мне повезло за горами быть. Стоим пока. Вот, лечилка будет. Это очень хорошо. Нифига себе, два железа еще. По 12. То есть с фрегатами, если что, у меня проблем не будет. Че, серьезно, да? Ну а смысл? У нас тут понятное дело, что мы мирно жить не будем с тобой. Ну, я предложил, запомни это. Ну, я не против, но просто я знаю, что это абсолютно временная мера. Единственное, жалко, что этот город не у горы. Ну, что поделать. А может, тут поставить?
Слушайте, вот тут-то получше будет. Я до всех рыб дотянусь тогда. И до всех... Вот сюда надо ставить. Отлично. Так, полечимся. У меня отлично тут, видите, железо. Ну, то есть я смогу спокойно лес вырубить еще. Не, ну, с местом мне повезло. Единственное, что в три города грустновато. Ну, можно будет Ханой, например, взять. Или Вильнюс. Даже Вильнюс, наверное, получше. Да, отстаю я из-за этого, из-за отдачи варварам. Не знаю, сколько я ходов. 8, наверное, потерял. Соответственно, и религию позже приму. Пока пантеона на религию вроде никто не взял, кроме меня. Но там ребята, я понимаю, Сангай и Эфиоп, они на войну играют. То есть там будет... Ну как, Эфиопу и так достаточно. Ему не нужен пантеон на религию. Ага, вот араб взял. Ну да, верный выбор. Просто я хочу эту клетку контролировать, потому что я хочу тут город ставить. Да уж, тут, конечно, офигенное место. Так, нефиг стоять, пошли Вильнюс исследуем. Надо нам его захватывать или нет? Два хода что-нибудь можно будет построить и начинать библиотечку. Никто письменность не открыл. Они там рядышком, я тут один. Блин, если бы не этот фейл с поселенцем, у меня так было бы все шикарно. Там хорошее место. Ну, на всякий случай проводим поселенца. То мало ли.
онлайн-версия 2giz.ru подскажет, какие рестораны, бары и кафе появились за последние 3 месяца. 2giz оперативно обновляет свои карты, добавляет новые организации в справочник. Ежемесячно в справочнике 2giz появляется 36 тысяч новых предприятий. Среди них 580 кафе, 230 баров и 150 ресторанов. А если принять во внимание, что приложение обновляется не полностью, а только новые данные, то это значит, что мы всегда в курсе дела в своем городе. Так что заходите на 2giz.ru и совершенно бесплатно скачивайте справочник для своей платформы. Так, тут постоим. Тут подойдем. Раб, а у тебя, раб, блин, Эфиоп, у тебя в столице одна соль? Да. Тогда раб Пантеон брал и без соли сам, да? Нет, это за меди. Ну вот теперь свои больше нет. Ничего себе, еще даже кто-то руины тут не собрал. Классно. Так, ну вот так засветим, чтобы быть уверенными. Кстати, в мою сторону ставит города. Хотя тут места, конечно, хорошие, я не спорю ни в коем разе. Я так понимаю, Лиддекс в волю, а Дарвилл в традицию, нет? Надеюсь. Нет, мы оба в волю. А что так Лиддекс быстрее тебя города ставит? Ну да, он пошустрее оказался. Но он же дуэли постоянно. А ты нас нашел уже? Нет, я по очкам вижу. Ну как, я твои границы вижу на самом деле, около Кабула. А, ну и, собственно, и Лиддекса тоже. Потому что я Кабул нашел, и около Кабула нашел руинку, которая, типа, показывает территорию. А, слушайте, тут же Ханой хочет уже, наконец, Стоунхендж он хочет. Надо с этим лагерем разобраться. Что у нас тут одна традиция получается? Да. И та пошла в библиотеку, да, красиво. Да. Ну, я надеюсь, меня не будет кох выносить, пока я все чудеса не построю. Это намек. Да, ты все на лету ловишь. Так и есть.
Интересные места для городов, кстати. Прикол, и защищены. То есть мне взять Вильнюс и тут... Или вообще просто тут город поставить, кстати. Очень неплохое место. Между прочим. Раб, я там за своих рабочих должен сильно волноваться? Нет, не волнуйся. Я полечиться отошел. Ну тут тебе уже особо идти некуда, только обратно. Ну да, вижу. Так, Эфиоп и Сангай, у вас война или вы просто пока готовитесь к ней? Или уже воюете? Секрет? Нет, мы да тут просто. Начало ходу было. Не пускал меня в поселом идти, но так вот и воюем. Хотя я предлагал мир. Я тебя не пускал в поселом. Не, ну понятно, когда ты хотел поселить меня под столицу, прям, конечно, я тебя не пускал, блин. Кто-то не помню, тоже открыл. Как бы не опередили меня с библиотекой. Пять ходов, 9, 14. Не, возьму математику библиотекой. Не буду философию. Это все от лукавого. Слушайте, мне вот нравится идея вот тут город поставить. Возможно, даже прямо на соль. Такая странная карта. Девять ходов. Я думаю, следующим ходом будет даже 7. Ну, нормально. Нормально. Даже, наверное, аристократию возьму, а не наземную элиту. Три хода. Почему он не хочет оленей присоединить? Ну тут, кстати, немного, конечно, брат, но для четвертого города вполне место неплохое. Даже 6 ходов, отлично. Сейчас я еще тут. И куда Кох вошел? Угу, в Меткалуке. Что у нас с армией? Ну я второй, а первый Кох. Интересно, как вы там воюете, если Кох первый по армии, а я второй? Так мы друг дружку немножко бьем, то что вы там сидите. А-а-а. Просто он мне предложил мир, а я отказался его заключать. Грубо, грубо. Ну это логично, потому что Лиддекс разовьется и придет тебя, потом все равно захватит. Разовьется тут только один человек, который играет в традицию, все остальные друг дружку помочат немножко. Ну ты ж не видишь, какая тут ситуация. Я вот вижу, что араб уже в мою сторону два города поставил.
Еще один город у меня под столицей будет стоять. А в твою сторону разве? А в чью? А у меня ниже море. Чего? У меня ниже море. Мне только в эту сторону селиться. Да, но тем, ну, ты можешь и влево еще селиться, а не вверх ко мне. Так ведь? А вот и он. Да, там сверху такой проход в одну клетку сквозь горы, поэтому я к тебе пришел. Ну тут как бы все, тут все перекрыто. Ну хорошо, то есть мне идти обратно в смысле? Хотя еще так можешь... У меня может быть найдешь, а? Да-да, можешь проскочить вот сейчас вот, через речку. Пока мы... Вниз, ну, направо. Уже следующим ходом. Тут все грустно. Блин, мне бы хотелось, конечно, вот эту пустынную клетку себе забрать, но боюсь, что Квебек ее заберет. Жалко, не вижу столицу араба, строит он библиотеку или нет. Так, кто у нас построил пирамиды? Эфиоп. Это очень правильное решение. Лёша, вопрос тот же, как там с рабочими? В смысле? Могут гулять спокойно возле ваших скаутов? Я не вижу твоих рабочих. Ну так поэтому и не видишь, что спрашивают. Ага. Ну, а чё мне их захватывать, если ты их обратно отобьёшь сразу? Ну приятно же погадить. А в чём гадость, если ты убьёшь моего скаута и вернёшь рабочего? А вдруг стрелять успеешь? Да ну, воюйте лучше, чё я буду помогать Сангаю. Так, 4 хода. Вот построю биллу, а не помочь Сангаю. Переключу эту. Сангай тут притеснили, понимаешь? Блин, так как где Сангай-то? Теперь Лалибелла тут. Я сбил право, а не влево. А, ну да. Быстро ты. Ну так, Эфиопия. 5 городов, все со стелами. Блин, рано я убрал лучника из города. А вот и Эфиоп. Обижает бедного, бедного. Кого Сангай, да? 4 города, а у Эфиопа 5, как я понимаю. Да. Что говорит демография, что производство? Что пока они там воюют, араб развивается. Круто. Еще и Эфиоп первый по науке.
А ты уже рабочим вот около Харара на дерево походил, да? Ну, в смысле, на лес. Да, что? Да вернуться я хочешь? Хотел обратно вернуться. Давай. Вот так. Прям так сурово, везде лес вырубаешь. Ну так надо хоть что-то делать как-то по промке. Догнать злостного раба. Так, все, переключаю я тут. Ты видел мою местность? Я нет, не видел. Я дальше у СНГ не пошел. У нас тут и так дружба. Ну да, тут у араба на самом деле есть проблемы с производством. Вот только он первый по производству. Ну он первый, потому что... Ну это пока. Да. Не буду врать, что там у араба типа классно все. Да ладно. Неужто он раньше меня построит? Блин, один ход. А он хост, а я второй зашел. То есть только он меня может опередить. Блин, это будет... Я расстроюсь. Блин, воюет с Ангаем и строит чудеса. Построил пирамиды, Серж строит... Не, ну как, он пирамиды построил. Я уже строил... Блин, ну у него производство нормальное. Я последний по производству. Сейчас первый же эфиоп по производству. Сангай, смотри, там эфиоп первый по производству, так что ты там подналяк. Ну, эфиопа, конечно, соляной старт. Что тут сделать? Один соль, да? Холмы, соль, нормально у тебя тут камень. Да не, у эфиопа места вообще ничего. Четкий, я же говорю. Я думал, у меня будут хорошие, но, блин, оказалось, с двух сторон по ГГшке. Мне пришлось на равнину идти. Ну давай, давай, Библа моя, давай, Библа, Библа. Я, ну, блин, видите, я затормозил с Библой. Я совсем затормозил. Давай, давай, пожалуйста, пожалуйста. Слава Богу. Сразу висячие сады начинаем. И идем в Петру. Хотя 9 ходов. Давайте мессенри откроем. Ох уж эти варвары. Блин, еще этот подбирается к моим оленям. Чувак, когда ты решишь оленей купить? Это типа мне город так не нужен, да? Ну а зачем он? Понятно. Я так просто спросил, чтобы узнать наверняка. Смотри, болото. Город Вильнюс... около болота распространяет болезни всякие. Вильнюс неплохо захватить. Как скажешь. Боже, нафига мне катапульта? Так, афины растут.
Да, пускай висячие сады быстрее строятся. Производство. И даже вот так сделаем. Блин. Некрасиво. Чё некрасиво? Не нужен он тебе. Он мне. Но он никому из нас не нужен. Но гляди. Сангай принуждает Эфиопию к миру. Отбирает Лалибеллу. Я предложу последний раз. Я откажусь в последний раз. Не подумай, что я очень упертый, просто, блин. О. Норм. Блин, еще надо этого рабочего отбить, и вообще класс будет. Зашибись. Это был красивый город. Кому бы хочет как раз какао и два Стоунхенджа, наверное, да. Ну, Стоунхендж у нас не... Блин, нафига я плюс 4 взял? Мне он тоже очень нравится. Я пойду катапульту подарю Ханою обратно. Я туда и пошел. Кстати, а что а у никто него? Не хочет поменяться какими-нибудь ресурсами. У меня пока нету. Ну и вообще. Сейчас еще его обстреляет город-государство. Я реально могу заходить. Правда, если он в мою сторону пойдет. Я реально могу скаутом забрать обратно рабочего. Вообще Сидней моим союзником тогда станет. И все благодаря тому, что Эфиоп тут воюет. Эфиоп, а сколько тебе до постройки библиотеки оставалось? Хода 3-4, пожалуйста. Вообще какая-то халява. А что ты не армию строишь, а чудеса? А зачем? То есть на Лалибеллу тебе наплевать? Конечно. Вот я заставил построить армию другого человека. Сейчас, пока он дойдет, он здесь умрет. Шикарно. 6 ходов. Сейчас еще и Петру смогу бахнуть. Кто к тебе идет на помощь? Блин, мне тут, конечно, морские караваны не помешали. А, так я уже их могу строить. Так, здесь наземный построю. Еще один наземный будет из Афин, просто бесплатный, ну, от Петры. В Коринфе тогда морской караван. Блин, что-то я медленно хожу. Ну, в общем, диспозиция примерно понятна. Что быстро-то такое? За тобой не угонишь. Да ладно, нормальный человек. Да вообще там скоростной. Лёше, помню, тоже нравится.
Ну да, я могу представить, как. А мы с тобой играли? Ну, да, дуэль играли. А, я за кого, и ты за кого? Я за Lost, этот самый, Китай, не, Китай, да. Ну, где наука, Китай? Наука, Китай, наверное, Корея, значит. О, Корея. Ты в Мечников пошел с библиотекой. А, да, вспомнил. Кстати, я что-то не выложил с того турнира, надо выложить тоже. Да, видел, что не выложил. Я так ждал, надеюсь. Да не, я выложу. Так, еще счастье. Неудобненько, города поставил. Я старался. Еще пипец. Так, мы, наверное, свинку пообрабатываем. Помогу выйти отсюда. А я быстро кликаю зря, ты в меня стрелял. Так, давайте, наверное, оптику, а потом философию. Коляска. Ну тогда тут самое оно для коляски. Надо отъедать столицу. Столица у меня шикарная. Вот он, не знаю, даже если араб решится ее брать, это, конечно, сложновато бы. Ну блин, у него эти его дебильные юниты, это серьезная штука. Мне бы его, конечно, снести. Не, ну если ты мне А2 отдашь, можем измириться, в принципе. Глупость. Чушь. Да ладно, соглашайся. Чушики. Нафига я плюс 4 взял? До сих пор удивляюсь. Заставил меня отойти. О, еще и Коломбо дружбаном стал. Нравится, этот для лагерь вас. Далеко. Не, ну через эти ГГшки... В общем, у меня один выход через тебя, я так понял, да? Да. В смысле, почему? А что, ты не можешь вправо пройти? Нет. А ты через меня тоже не пройдешь вообще вправо. Там горы. Да, там как тебя бы не станет. Через Эфиопа вообще нету прохода по-хорошему. А там тоже горы, что ли? Я просто не видел, что наверху творится. Ну там в одну клетку постоянно вдоль гор. Вдоль моря и вдоль гор в одну клетку идти. Кохар, скажи. В смысле, от тебя до Эфиопа поверху? Ну, Эфиоп старший, что у него сверху. Не, это Сангай спрашивает. Ну, и Сангай, не знаю. То есть, я не знаю, куда ты собираешься через Эфиопа проходить. Сверху от Эфиопа только один город-государство, по-хорошему. Пройти ко мне ты тут можешь только по побережью в одну клетку, идти тут, не знаю, клеток 14, наверное. И отделено все горами, к тому же, то есть... Блин, да, кликаешь ты, пипец, полный. Ну ты готовься, я к тебе в гости. Зря ты меня, мой такой хороший город. Подтягивайся, мы вас ждем на чай. Блин, к сожалению, у меня шоколада нет. За язык, говорю, не...
Блин, еще сейчас убьют моего скаута. Ну хотя, он мне как бы по-хорошему уже и не нужен, но все равно жалко. Всегда жалко. Так, что у нас с армией? Я, наверное, последний. Леша, ты что ничего с арабом не делаешь? Он, посмотри, отрывается он на первых местах. Ну, я не могу с ним ничего сделать. Ну, как видите, я по всему второй. Совершенно недалеко от араба. А когда у меня сейчас Афины отжираться начнут, это вообще будет, потому что он очень производственный город. А у Эфиопа производства нет. То есть мне надо дотерпеть до этого момента по-хорошему. Все, я тут встану, и араб дальше не пройдет. Бугага. Так, счастья у меня пока дофига. Где ты, гость мой дорогой? Да шучу я. Ну вот. У меня уже чайник вскипел, блин. Теперь кипятком некого парить. Эх, да. Эх, убили меня все-таки. Варвары. Теперь Петра. Еще, конечно, храм Артемиды неплохо бы. Ты там с наукой как живешь, я смотрю. Дашка, да? Я-то? Ну да. Да сойдет, что? Сады бесплатные. Возможно, ученый побыстрее появится. Ну, я уже, конечно, могу нацколледж строить. Ну, в смысле, открыть сначала философ. Но ведь у меня 5-2 как раз Петр построится. И смогу нацколледж бахать. А потом можно идти... Там появляешься в самых неожиданных местах. Да, надо бы стенку. Так, я пока первый по науке. Место шикарное, только вопрос в том, смогу ли я отбиться от арабских кешиков. 6 ходов. Ага, Петр быстрее, чем философия. Так, что у нас тут обрабатывается? Блин, как бы мне этих оленей купить? 45. Очень я расстроюсь, если их Вильнюс купит. Там мечников, что ли, построил? Эти армии дофига. Ну да, кто-то из мечников вышел. Да, мне не было такого. Нет, мечников вышел я. Ну, значит, он не мог мечников построить. Кто-то один вышел.
Так. Производство. 5 ходов. А если так? Вот так и оставим. Мне нужно золотишко купить. Блин. Тупой я взял. Он, правда, тоже производство не берет. Вино. Так, мне еще рабочий нужен. Что у нас с армией? Я последний. Как бы не прозевать атаку араба. Так, 45. Двенадцать, это 39, где-то через 4 хода смогу клетку добивай. Чего? Ну добивай, когда я скажу, что там. Ну, чё. Отводи. Блин, минус 21. Ребята, смотрю, у вас там чисто дуэль. Вы помните, что мы в FIFA играем? Да ладно, главное не последним быть. Минус 21, минус 8. Хотя и у араба минус 10. Минус 21 круче, чем минус 8. В смысле, минус 8 круче, араб чем ходит, походу, собирает дань. Ну нет. Так что, не будем мириться? Нет, что-то я вижу, что мы тут как-то так себе. Как так себе? Ну ни тебе, ни мне тут хорошим не кончится. Но тебе... Ты как бы стопроцентно сейчас меня повернешь назад. Мы можем развернуться сами. О, коляска, это хорошая. Хороший подарок. Слушай, ну все ты, араб, там ходишь своим этим дуболомом. Вот тебе вот не имется никак, я смотрю. Нет, раньше скаут был. Ну а теперь дуболомом, да. У тебя вино скоро будет второе или нет? Или у тебя вообще его не будет? Араб. У меня единственное вино. То есть и не будет его, да, у тебя? Короче, у меня свиньи. Кто-нибудь хочет меняться? На свиней. Так, предметом закрытия традиции. Угу. Нет. О, наконец-то, через 6 ходов. Слушайте, а я вообще могу? Да, еще одна религия возможна. На этом пока все. Продолжение игры завтра или через день. Надеюсь, загрузится быстро. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет... распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.